Горит весело, Саша дает мало, из печной трубы дым столбом не валит. Уже два зимних сезона свой дом Вячеслав обогревает только экологичным бездымным топливом. Говорит, от него нет ни пыли, ни запаха, плюс обогрев выходит экономичным. Расход у него почти в два раза меньше, чем у дров или обычного угля. Раздавали его бесплатно, я попробовал. И, в общем-то, мне понравилось. Я, вот, получается, второй год уже пользуюсь этим топливом, дыма нет. Мне это топливо очень нравится. У него хорошая калорийность. Во всяком случае, она не ниже той, что заявлено, значит. И то, что вот уголь, который дает. Я беру по полтонны мешки, и получается, если это ножом брать, ну, это получается дешевле угля. Брикеты по технологии глубокой переработки бурого угля выпускает компания «СУЭК». В сентябре она открыла интернет-магазин по продаже брикетов. А с начала февраля в районы Красноярска с частным сектором приезжают автолавки. Закупить нужное количество бездымного брикета можно каждые выходные в Покровке, Березовке и Торгашино. Только за первые пару дней работы мобильных точек красноярцы купили несколько тонн экологичного топлива. Это, по мнению производителя брикетов, еще раз доказывает, жители, которые заботятся о чистоте воздуха родного города, становится все больше. К нам поступало много обращений с просьбой поставить выездные магазины, сделать магазины поближе к дому. Мы идем навстречу таким просьбам, потому что считаем, что это позволит улучшить экологическую ситуацию в городе Красноярске. Уверен, что если каждый из нас на своем месте будет предпринимать усилия для оздоровления экологии, это сделает наш город чистым и комфортным. Запастись брикетами впрок можно каждую субботу и воскресенье по адресам мобильных пунктов, которые вы сейчас видите на экране. Важно помнить, оплату за бездымное топливо принимают только по банковской карте. Кроме того, приобрести его можно и в любой другой день с доставкой на дом, заказав в официальном интернет-магазине. Анастасия Тиль, Антон Шевчук и Андрей Крупнов, «Енисей новости».